Вы пойдете на выборы? Не, я на выборы не хожу. Но я при этом поддерживаю Путина. Кто-нибудь из кандидатов, кроме Владимира Владимировича, вам интересен? Нет, никто. Ну, допустим, Грудинин тот же самый. Он на земле работает. Грудинин – отравитель, профессионал. Он травит людей и на этом зарабатывает деньги. Потому что вся его клубника – это ГМО и химия сплошная. И поэтому я к отравителям отношусь с презрением, и Грудинину я говорил неоднократно про его клубнику, я с ним встречался, что это отрава. Ну да, отрава. Ну а что делать? Бизнес, что делать?